Уходишь? Я уже начала трансляцию, я все поняла. Хорошо. Fucking shit. Кто-нибудь меня видит? Так, кто меня видит, пишите мне какие-нибудь штуки, потому что мы сейчас начинаем буквально через, наверное, минут 30 все события, вечеринку с подписчиками. Здесь, собственно, и я есть. Используется перископом мой наряд на сегодня. Немножко ляжки под туфли, жопка для сегодня появилась. Белые кроссовки. На удивление, Nike. Вот видите, не продалась. И белая кофта с баской. Вот. Когда я говорю баска, мне всегда вспоминается баска. И как-то так даже я не знаю. Неловко. Короче, вот сегодня я такая вот. Хотела показать, как я кручусь. Вот. Сейчас будем. Я пытаюсь. Я все-таки учусь правильно пользоваться перископом. Отлично. Музло пошло. Я пока еще жду, когда все соберутся и там интервью будут писать и прочее, поэтому решила провести перископ, так как последние пару понедельников я не проводила ничего, потому что я наконец-таки... Да, извините, я вас коленочкой своей протру. У меня была сломана камера на телефоне, точнее треснул, вы помните, мой монитор, не монитор, а стекло прямо на камере на самой, из-за этого были блики, а сейчас все прекрасно выглядит. Смотрите, какое качество. Люблю. Просто надо иногда подождать. И кажется, трансляция шваркнулась, нет? Как всегда, я чувствую одиночество в интернете, когда мне никто не пишет комментарии. Я не знаю, полегла ли моя трансляция или нет. Сердечки мне никто не ставит. Алло, камон. Ну, серьезно? Все? Что у меня там?